Военного центра, капитан первого ранга Бурковецкий Константин Александрович. Дорогие ребята, сегодня вы переступили порог университета теми девчонками, мальчишками, которые вы сейчас являетесь. Буквально через несколько часов вы станете полноправными членами Балтийского государственного технического университета имени дважды Героя Советского Союза, Героя социалистического труда, маршала Советского Союза, выпускника 1934 года Дмитрия Федоровича Устинова. Не каждый вуз может козырнуть таким именем. Я считаю, что вы сделали очень правильный выбор. Подтверждаю это. Ну а что вам можно пожелать? Как у летчиков говорят, количество взлетов должно равняться количеству посадок, а у нас, моряков-подводников, количество погружений должно равняться количеству всплытий. Я вам хочу пожелать, чтобы вы получали дипломы военмеха именно в том же составе, в котором находитесь сейчас. С праздником!